Здравствуйте, дамы и господа. Баронеты и баронессы, приветствую вас. Не надо уложиться в 5 минут, потому что у меня памяти столько. Какие-то настройки поставила. Думала, что будет видео лучше. Смотрите, это расцвел первый год. Golden Gate. Покупала, вообще был такой страшный росточек. Плейлист у меня есть. Мои розы, можете старые розы увидеть. Вот. Потом, может быть, размножу плейлисты и сделаю отдельно мои типа сорта, мои розы в моем саду. И вот смотрите, как Golden Gate меняет раскраску, и он неплохо прошла гроза, шквалистый ветер, прекрасный запах. Они, оказывается, раскрываются на ночь, закрываются. Такая красивая вот у него серединка. Вот, цвет меняется, запах прекрасный. Вот это вот такая вот роза. Но она маленькая, она потом большая будет. От Cordis. Единственное, я хочу сказать, ломкие, очень ломкие ветви. Ну, пока, может быть, это первый, второй год. Ну, вот говорю, вот покупала вообще вот такой вот ободрыш был. Вот. Тут у меня стоят баки с водой, чтобы питание было. Ну, потому что еще корни не дало. Как бы у них очень длинные корни у роз. И, соответственно, пока корни не такие углубились, как бы воду не черпают снизу, поэтому надо постоянно поливать. Я хотела еще рассказать о розе от Mayan. Дуфт-роза. Это получается у нас дуфт-роза. Это ароматная роза, которая пахнет. Эболенс, Эльпфлоренс, Чехов. Она прекрасно пахнет. Цветет она первый год. Вот вы можете наблюдать цветы. Такие вот они красивые. Вот сколько сантиметров? 5 не вынесла линейку. Но я думаю, что до 12 сантиметров в ширину. Видите, вот так вот оно перенесло как бы и грозу, и вот дожди. Наблюдайте так. Здесь я посадила... Сейчас идет дождь, кстати. Посадила клематис. Это вот... Он слизень ползает. Вырезала дно. Очень много... Это... Господи, уже немецкий в голове. Горшки, отрезаю дно и вот так ставлю. Это, знаете, для чего? Во-первых, туда засыпаю землю, потому что тут очень трудно копать, потому что туи, корни туи. И в итоге, значит, я вот так сделала. Во-первых, защита от мужа, потому что он ездит и траву косит. А во-вторых, ну, что-то вот решила я так. Мне кажется, даже это будет защита от зимой там. Ну, чтобы не обмерзало. Поэтому я не выкидываю эти горшки, потому что они, думаю, всегда пригодятся. Или розы там прикрывать, да, например, оно же сверху с дырочками. Вот, хорошо принялось. Видите, я вам сейчас покажу вот так вот. Так что вот такая вот роза Баленс. Эльпфлоренс. Господи, свои названия придумываю. Но очень хороший запах. Как стоит в вазе, еще не смотрела. Вот. Что еще вам показать? Так. Это тоже от Mayan, но, знаете, она на дуфт-роза написана, да? Я не знаю, то ли у нее какой-то стресс, то ли что, но она не пахнет. Ну, такого запаха, который у меня, который был в цветочном магазине, нет. Я не знаю, что с ней. Она прекрасна. Вот, смотрите, огромный цветок. Прекрасно переносит... грозу, дождь, сырость. Вот. Прекрасная роза. Вот. Ну, вот так вот. Это, кстати, диплодения. Здесь у меня, забыла, как называется. Ну, это такое красивое. Ой, все закончилось уже. Предупреждает. В общем, роза Наоми от Паусен. Вкусно пахнет. Неплохо стоит в этом вазе. Более-менее там, смотря как сорвали. Так, сейчас у меня сейчас закончится. Это у меня... В общем, вы помните эти красивые картинки из Японии. Вот она и есть. Все, до свидания. Давайте на розы остановлюсь.